Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1, урок 9. Используя рисунки, объясни решение примера и сделай вывод. 40 минус 24. 40 мы представляем графически в виде трех треугольников и одного треугольника, состоящего из 10 точек, то есть 10 единиц. От данного числа мы отнимаем 2 треугольника и 4 точки. 3 треугольника минус 2 треугольника, мы получаем 1 треугольник. 10 точек минус 4 точки, мы получаем 6 точек. В итоге мы получили 1 треугольник и 6 точек, то есть число 16. Значит, если от 40 отнять 24, это будет 30 прибавить 10. 3 треугольника и 1 треугольник мы разбили на 10 точек. И 20 плюс 4. 2 треугольника и 4 точки. А теперь от десятка мы отнимаем десятки. То есть от 30 мы отнимаем 20 и получаем 10. А затем от 10 отнимаем 4. От 10 точек отнимаем 4 точки. Работаем с единицами. И получаем 6 единиц. В итоге у нас получилось 16. Закрепим это на втором примере. Рассмотрим его. 30 минус 12. 30 – это 3 треугольника графически. Каждый треугольник обозначает 10 единиц. А 12 – это 1 треугольник и 2 точки. Для этого мы число 30 представляем в виде двух треугольников, а одного треугольника в виде 10 точек. То есть 1 десяток мы представили в виде единиц. 10 единиц. А теперь начинаем выполнять вычитание. 2 минус 1. 2 треугольника минус 1 треугольник. Будет 1 треугольник. 10 точек минус 2 точки. Мы получаем 8 точек. Ответ. 1 треугольник и 8 точек. 1 треугольник – это 10 плюс 8. Ответ – 18. 30 минус 12 равно 20 плюс 10. Это наше число 30. 10 плюс 2. Это наше число 12. А теперь выполняем вычитание. 20 минус 10. И прибавить 10 минус 2. 10 точек минус 2 точки. Получаем 20 минус 10 – это 10, а 10 минус 2 – это 8. 10 плюс 8, 10 плюс 8 равно 18. Третий пример. 20 минус 17. 20 мы представляем как один треугольник и 10 точек. Один треугольник минус один треугольник. 10 минус 10 будет 0. 10 минус 7 будет 3. 0 десятков плюс 3 единицы получится 3. В каждом из примеров уменьшаемого 1 десяток заменили на 10 единиц. А затем вычли отдельно десятки из десятков, а единицы из единиц. А полученные результаты сложили. Как выполнить это вычитание в столбик? Вычитание двузначных чисел в столбик. Например, 40 минус 28. Вычитаю единицы. В уменьшаемом 0 единиц. Занимаю 1 десяток и результат пишу под единицами. А затем вычитаю десятки. Но при этом не забываем, что нужно уменьшить количество десятков на 1, так как мы занимали. Результат пишу под десятками. Таким образом можно выполнить вычитание в столбик. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.